Привет, ребятки, с вами Вовкин, и вы на канале Мультикекс. Поиграем сегодня в игру Hot Wheels Race Off. Ребята, это очень крутая игрушка. Смотрите, у меня столько машинок тут есть. Все уже куплены и все прокачанные до самых крутых уровней. Признаюсь честно, да, у меня взломка, или, как говорится, мод я скачал себе. Тут очень много денег, много всего, монеток, ну, в общем, всего такого, из-за чего можно прокачать машинки. Если вы хотите себе такую же игру взломанную, то пишите под этим видео в комментариях: Вовкин, хочу взломку. И оставляйте ссылку на свой ID в ВК. И я вам скину туда ссылку на 100% рабочую версию, откуда качал сам. Ну что ж, ребятки, вот такие вот у меня есть машины. Давайте поедем же теперь, наконец-таки, в гонку. Одиночная игра. Так, и на чем же нам покататься? Сейчас выберем. Так. Выберем какой-нибудь такой уровень, где я еще не был. Вот это 24-й, допустим. Какие здесь машины? Мощные. Ага. Ну, давайте выберем вот эту самую крутую. Ротгер Додгер какой-то. Ух ты, смотрите, ребята, какая крутецкая машина. Ух, сразу трюки пошли. Ой-ой-ой. Смотрите, какие столбы огня. Просто движок, мощь. Ух, поехали. Газуй, Вовкин. Вовкин за рулем, ребята. Пристегнулись все. Поехали. Ух ты. Как бы нам сейчас ускорение. Ух, сальто. Ух. Опасно. Ой. Ничего себе, ребята, вы видели? Вовкин. О, как бы сейчас не упасть. Нет, проехали. Так, я вот не помню, был я на этой трассе или не был. Газуй, Вовкин. Бикейр какой-то. Давай. Тут надо быть аккуратным, по-моему. Не знаю, что там будет впереди, не помню. Разгон, разгоняемся. О, финиш, прошел. Рекорд. 2 звезды. Ага. О, ребята, на этом уровне еще не было, видели? Открылся прям при вас. Какой-то 25-й. Поехали. Вертолет нас снимает. Вовкин мега-звезда. Поехали. Вау! Взорвался. Ротгер-додгер не выдержал. Турбонадува такого. Так, аккуратно. Аккуратничаем. Вау, ребята. Вот это да, вот что значит новый уровень. Я тут еще даже ничего не знаю, как что и делать. В общем, не нужно торопиться. Оп, тормозим. Тормозим потихонечку. Потихонечку съезжаем. Ну или не потихонечку. В общем, как-то так. Ух, разгон. Ребята, что будет впереди, не знаю. Поэтому еду наугад. Вау! Вот это да! Ребята, эти гоночки просто супер. Адреналин. Куча адреналина. Ой-ой-ой, разогнался. Стоп. Нельзя падать. Фух, хорошо. Блин, тут нужно аккуратно себя вести. Ребята, какой-то пресс меня придавил. Вы видели? Так. Теперь я уже примерно знаю, что и как. Теперь резко тут гоним. Газу до отказу. Вух. Поехали, Вовкин, давай. Вот это мощь, ребята. Вот это машина. Вау. Не будем делать сальто. Аккуратно. Блин. Вау. Как раз упал прям в пропасть. Вот это да. Так, поехали. Ребята, не забываем ставить лайки и делиться этим видео. Ну, не только этим видео, а вообще всеми моими видео в соцсетях со своими друзьями. Пусть тоже подписываются, потому что на канале сейчас проходит конкурс на 500 подписчиков. Опять я упал. Будет 5 победителей, 5 призов.
Вот так вот. Ну и, конечно же, добавляемся в... Ё-моё. Добавляемся в друзья ВКонтакте. Вступаем в мою группу Мультикекс. Всем буду рад. Поехали. Давай. Сейчас я должен... Я не должен проиграть, ребята. Бам-бам-бам. О, хорошо. Так, вот тут нужно быть аккуратным. Очень аккуратным. Тормозим. Тормозим. Не спешим. Не спешим, не спешим. Бигэйр. Давай, давай, давай. Газуй, газуй, газуй. На газульку надавили. Так, тут тоже аккуратно. Давай, вырывай. Она сможет, она сможет. Есть. Так, а теперь газу до отказу. У-ху-ху! Ух, чуть не перелетел. Вы видели, ребята? Так, здесь тоже не торопимся. Вот он, лифт мой приехал. Стоп, 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 стоп. Куда он уехал? Я с него слетел, ребята. Это ужас. Так, стоп. Очень шустрые тут машинки, очень резвые. Прям только чуть... Финиш, финиш. Вау, куда я подпрыгнул? Трюки прям. На ровном месте трюки. Финиш, ребята. Сколько звезд, интересно, будет? 2, 3. Одна вообще. Ладно, давайте поездим теперь другой машинкой. Покажу вам другую машину. Какую-нибудь. Допустим, на вот этом уровне. Я не помню, какие здесь машины. А, звери. Ну, давайте покажу вам зверя какого-то. Вот этот мне, помню, нравился когда-то. Гроулер. Он такой прям на какого-то тигра похож. Или на леопарда. Гонка, поехали. Гроулер. Прикольная машинка. Ребята, кстати, пишите в комментариях, какими машинки еще скатать. Какими машинками, гляньте, паук какие-то. Или по каким трассам. Может, у вас есть какие-то любимые трассы, которые вы, например, не проходили. Или, наоборот, прошли за какое-то время. И хотите этим похвастаться. Может быть и такое. Смотрите, ребята, машина крутая. Красивая. Мне нравятся ее шины, вот эти колеса широкие, здоровенные. И такая она вся, ну, реально, как прям, как зверь какой-то. Машина, зверь, монстр. Давайте разгончик. Так. Вау, перелетаю, ускоритель. Нет, не перелетел. Ну, почти перелетел. Так, тут я не знаю, что здесь будет. Вау, быстрее. О, финиш, ребята. Вот это круто я проехал. Лайк за крутизну. Смотрите, 3 звезды. Я же даже не знаю, что это за уровни. Ну, потому что новые, я на них еще не ездил ни разу. Да поехали уже. Вертолет, снимай. Снимай, как Вовкин круто гоняет за рулем. На гроулере. Так, это кто это? Ух, проехал. Не проехал, взорвался. Прибило нас грушей какой-то, ватной палочкой здоровой. Так, едем, едем. Так, тут аккуратно. Смотрите, на заднем фоне череп какой-то там. Гора череп. Вообще красивая игрушка, мне нравится. Тут прям графика такая прикольная. Всякие вот эти природа, пейзажи. Назад! Как-то этот лифт очень медленно опускается. Он застает врасплох. Не видишь его никогда. Так, не торопимся, не торопимся. Торопимся. Теперь стоим. Шум двигателя. Рев тормозов. Игруха супер. Так. Лифт, 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 лифт. Ждем. Стопе. А теперь поехали, гроулер. Вот что тут будет сейчас, я даже не знаю, ребята. Стоит ли ехать со всей скорости или все-таки потихоньку лучше ехать. Как вы играете в эту игру? Быстро едете, не зная и ничего не боясь, или потихонечку аккуратничаете? О-о-о-о! А вот тут надо было все-таки ехать быстро. Вот так вот потихонечку трассу и узнаешь.
Надо было все-таки. Эх, сейчас буду ехать со всей скорости. Не буду аккуратничать. Ну, вот здесь, конечно, где я знаю, что надо аккуратничать, буду аккуратничать. А дальше будем ехать. И будь что будет, как говорится. Чему быть, того не виноват. Как-то так вроде бы. Так, ух ты, стоять, буренка. Так, теперь едем на всю газу. Газ в пол. На таких ухабах особо не разгонишься. Гроулер, давай, мой тигренок. Или леопард. Какой-то похож он на тигра или на леопарда. Спереди. Оскал такой. Вау, нет, давай. Ребята, не получилось. Давайте еще раз попробую. Но, по-моему, это не та машина, на которую нужно ездить. Слишком мало скорости у него. Не слишком он резвый. Он вроде бы резвый, но для такой вот, для такого обрыва, судя по всему, этой резвости маловато. Стоп! Чуть не придавило. Сейчас попробуем еще. Если не получится, тогда возьму вот эту вот акулу. Попробую проехать акулой. Видите, под горку он тянет хорошо. В принципе, заезжает. А вот перепрыгнуть через пропасть не получается. О, да не. Это нам не подходит. Давайте, вот смотрите, вот это сейчас будет зверюга. Это будет вообще машина-монстр, ребята. Ух ты, смотрите, она вообще супер резкая. Еще челюсть у нее двигается. Кушает эти монетки, или как они называются. Акула. Акула-каракула. Вообще вырывает прямо из-под себя. Поторопился. Ух ты, смотрите, она выдержала лифт. Давление лифта выдержала. Не взорвалась даже. Прикол. Так, тут сейчас надо будет разгоняться, ускоряться. Давай, поехали, акуленок мой. Это будет где? А, вот здесь. Вот здесь набираем скорость. Набираем. Yes, да, ребята, я проехал. Еще и бэкфлип какой-то сделал. А что же будет сейчас? Вот тут по-любому нужно скорость набирать. Ух ты, там какая-то мертвая петля будет. Ух, акула клюнула носом. Но не разбилась. Что же будет дальше-то, ребята? Смотрю, какие-то там мертвые петли. Сальтушки, вертушки. Гляньте, сальто за сальтом. А где же финиш? А вот и финиш. Есть, ребята, рекорд. Надеюсь, 3 звезды. Всего лишь 1. Давайте покажу вам, в общем, следующую машину, которая у меня еще есть. Какие еще есть здесь машинки? А есть у меня тут грузовичок. На нем я давненько тоже не гонял. Давайте проедемся на нем. Ух ты, тут уже сложнота начинается. Видите, преграды какие-то. Ох, мой монстр трак. Мощь просто, гляньте. Только что-то это мощь. О, столкнул мост этот навесной. Или подвесной, как правильно. Какие у него красные шины, смотрите, покрышки. Короче, гоню на всех парах. Не знаю, что там будет дальше. Вау, трюкачки какие-то. Бам! Фух. Спойлер, смотрите, какой здоровенный. Просто, вот, не знаю, мне машина нравится. Тут, в принципе, тут все машины классные. Ну, может быть, не все, конечно, но большинство. Эй, толкайся давай. Поехали. Едем. Набираем скорость. Ух! А тут ничего такого. Баланс. Так. Ой ты. Ух ты, кто это был? Желтый какой-то.
Желтый чувачок. Финиш. Вот это такая трасса. Легкотня. 49-я. Еще и две звезды, ребята, вы видели? Вовкин крутой водила. Так, вот эта трасса для меня новая. Я не знаю, что здесь будет. Будем сейчас изучать. Ага. Стоп, 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 стоп. Аккуратненько. Потихонечку, аккуратненько. Бам, приехал. А теперь быстро вперед. Пока нас не раздавил тот тагире здоровенная. Похожая на поршень чем-то. Так, тут тоже надо что-то быть аккуратненьким. Смотрите, ребят, такие цепи здоровые. Такие подъемники. Вон какая здоровая там байда железная. Так, тут тоже аккуратненько. Мосточки какие-то. Зачем это все? Вроде ж не сложно. Тут мы уже по какой-то пустыне едем, что ли, или не пустыня, какой-то каньон великий. Сейчас что-то будет, ребята, сейчас что-то будет. Я не знаю, что, но что-то будет. Ух ты, гляньте. Бу-бу, что это случилось? Я даже вообще не понял, что произошло. Капец. Давай продолжим. Видели, ребята, там какие-то кости были. Череп. Какого-то, наверное, там динозавра убили. Или сам умер. Так, стоп, 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 стоп. Ух, на грани, ребята, увидели, чуть не свалился. Поехали. Так, там нужно быть аккуратным. Давай, 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 тяни, тяни, тяни. Есть. Такая машина вытащит в любую горку. Поехали. Тут можно гнать, я уже знаю. Ух, потихоньку только. Стоп, 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 стоп. Так, и вот тут нужно быть очень-очень аккуратным. Потому что, смотрите, там такой сейчас будет обрыв крутой. Во, у меня получилось. Так, 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 так. Ух ты. И опять я ничего не вижу. Опять я ничего не вижу. Вау, ребята, трюк, вы видели? Лайк, это был финиш. Это стоит лайка. На этом видео я заканчиваю. На такой, так сказать, приятной ноте. Если хотите продолжение этой игры, то пишите в комментариях. Вовкин, хотим продолжение. Хотите такую же себе игру, не забывайте писать «Вовкин, хотим взломку». И оставляйте свой ID в ВК. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу. Вроде сказал все. С вами был Вовкин. Пока-пока.